Бахал хорошо, там все разворочено. Открой свое окно. Опознавательные. Ну, 332 номер. Ага. Передали в штаб. Экипаж 3 человека. Это регулярное место? Ну, ДНР, корочки ДНР. Ну, вообще. Потому что у меня подруга приезжала, говорила, давай, у меня фотка была с ним. Да, она там стояла. Да. А в танк, вот этот танк российский, это когда взять удалось? Это десь тиждень назад було. Да. Вони заблудилися і виїхали, якраз туман такий був. К вам на блокпост? На блокпост. Трошки взяли в плен, три екіпаж їхні, три чоловіка. Трошки закидали їх там, гусениця злізла і вони вже мусили стати.